До 11 возросло число погибших в результате обрушения трехэтажного здания в индийском Мумбаи. Еще около 15 остаются под завалами. Между тем, как сообщают экстренные службы мегаполиса, всего из-под обломков рухнувшего дома были извлечены 25 пострадавших. Они госпитализированы. Спасательная операция на месте ЧП продолжается. Точная причина случившегося остается невыясненной. Однако, по мнению специалистов, обрушение могло произойти из-за обильных дождей. Накануне инцидента в Мумбаи прошел сильный ливень. За сутки в городе выпало более 30 сантиметров осадков. Здание обрушилось, и мы боимся, что под обломками есть пострадавшие. Пожарные и спасатели сейчас пытаются извлечь из-под завалов как можно больше людей.